из воспоминаний Виктора Гавриловича Анисенко. Это выдающаяся личность. Интересно мнение Олега Константиновича о коллективе. Коллектив не создается приказами, хотя они и нужны. Не создается только собираниями и перестановкой людей. Коллектив объединяет не здание, в котором он работает. Главное, без чего коллектив не может быть, это единство целей. Создание дружного, работоспособного коллектива – это труд особый, труд высшего порядка. И еще одна заметка, о которой говорил Олег Константинович. Наш коллектив – большая дружная семья разных людей, объединенных стремлением создавать самолеты. Так считал Олег Константинович. А вот интересное высказывание Елизаветы Ивановны Шахатуни, который многолетний соратник, близкий очень человек Олега Константиновича. Она вспоминает, главное, что характеризует Олега Константиновича, это его безусловная талантливость, исключительная любовь к своему делу и, конечно, интеллигентность. Эти качества в первую очередь определяли взаимоотношения его с коллективом. Все, что приходит, приходил работать к Олегу Константиновичу, немедленно заражались его одержимостью. Он умел так расставить людей, чтобы в работе их не подталкивать. Сотрудники сами становились носителями его стремлений, его идей. Вот и я тоже почти 50 лет назад. В этом году, по идее, исполнится. Как я тоже попал в этот чудесный коллектив и в водоворот идей, творчества и творческих людей. И вот в этом, наверное, отчасти, может быть, элементы фантазии и желаний сделать лучше. И вот, впитывая традиции того периода, именно коллективной работы и нахожусь по сей день. Поэтому для информации, что же такое сегодня конструкторское бюро, которое мы получили в наследство, и вместе с такими еще наследие Олега Константиновича, заключающееся в создании вот такого коллектива. Я вам желаю всем, кто будет работать в этой области, тоже, чтобы вам повезло. И вы попали в такую творческую среду, которая позволяет вам реализовать все свои способности. От этого польза и вам, и рост, и, конечно, коллективу и авиационной промышленности. Огромная заслуга Олега Константиновича, конечно, в тех технических решениях, которые мы наблюдаем уже спустя много-много лет со времени их создания. Я приведу маленький пример. Как-то год назад у нас была в музее выставка таких редких вещей, которые до сих пор были по разным причинам недоступны. Я увидел ТЗ на самолет АН-2. Это вообще маленькая такая книжечка, наверное, вот такого вот формата, довольно тоненькая, там что-то написано было. Но поразило два пункта требований. Это перевозить 1 тонну груза, а второй пункт – взлетать и садиться везде. Вот вам и все требования. И что характерно, эти, казалось бы, простые требования попали в те руки, которые придумать надо такое, которое живет много десятилетий до сих пор. Много других примеров вот таких решений. Я вспоминаю, так как мне повезло, и я первого года даже работы, занимаясь экономикой и технико-экономическими исследованиями, попал в среду, когда для конструктора, а в первую очередь генерального конструктора,
экономические обоснования решений были критерием не только для отделов, направлений работ, но и для генерального конструктора. Вот почему повезло тогда и везет до сих пор, потому что это такой подход очень имеет большое практическое значение с тем, чтобы и в советское время, казалось бы, когда было мнение о том, что денег полно, сколько дадут, сколько нужно, столько будут получать, ничего подобного, это все не так было, но зато вырабатывались подходы конструкторским, технологическим и другим решениям по применению оборудования, материалов и других вещей именно с таким подходом, чтобы от этого была максимальная польза. Поэтому мне, конечно, повезло, и недавно я как-то так случайно, в общем, перебирал папки древние и обнаружил еще многие-многие расчеты, которые напомнили о потрясающе интересных проектах. И не буду утверждать, что все проекты — это значит воплощенные в жизнь. Нет. Если 10-1 может быть реализован, это очень хорошо. Но на них вырастает коллектив. Что же сегодня представляет конструкторское бюро? Я бегла. Конечно. Это ОКБ, серийное и опытное производство, объединенное, сейчас напомню просто, летно-испытательный центр и, что характерно, авиакомпания «Авиалинии Антона». Мы сегодня уже привыкли, что существует такая компания, а фактически она сегодня является одним из источников, главных источников финансирования и творчества нашего предприятия. Так сложилась жизнь. Она появилась в конце советского периода благодаря мудрости руководителей, преемников Олега Константиновича, Петра Васильевича Балабуева и председателя Совета Министров СССР Николая Ивановича Рыжкова, который разрешил оставить опытные самолеты АН-124 у нас для того, чтобы зарабатывать деньги и вкладывать эти деньги в разработку новых проектов. Это вам хорошо известно, я рад, что крупным планом напоминает о прошлом и настоящем. Ну и, естественно, в своей работе у нас продолжаются все основные направления творческой работы, исследований и конструирования. И в области аэродинамики, прочности и так далее. Здесь представлены отдельные элементы того наследия, которое заложено было при Олеге Константиновиче, и превратились в школы аэродинамики, прочности, испытаний, ну и с гордостью скажу, что и экономики в авиационной области. Здесь представлены образцы, картинки тех самолетов, которые сегодня у всех на слуху и у нас в работе. Обращу внимание, много публикаций последних лет идут в виде экспертных оценок, заключений, выводов. Ну и когда начинаешь их читать, удивляешься, зачем человек, может быть, только ради своей там известности пытался таким образом устроить. Нет никаких глубоких исследований, изучений, пишут в основном, ну вот последние, допустим, там 4 года Антонов не произвел ни одного самолета. Да, я вам скажу, это так. И скажу, в чем же причина. Так вот, когда будете листать, подходите к этому творчески и постарайтесь понять причины, о котором кто-то упоминает со своим умыслом или подтекстом. Вот вопрос импортозамещения. Откуда это возникло? Импортозамещение возникло вынужденная мера. У нас не по вине Антонова
закрылись основные рынки, основные партнеры-поставщики комплектующих изделий, основные заказчики, с которыми происходила разработка новых самолетов, это бортовое оборудование, материалы и так далее, которых, к сожалению, мы не можем привлечь сейчас и с ними продолжать работу. Это вынужденная мера, поэтому нужно было остановиться. Остановиться и изучить, где возможности новых рынков, даже для тех самолетов, которые разработаны и которые хорошо себя зарекомендовали. Я имею в виду, в первую очередь, 148 пассажирский и отчасти 158. Поэтому вот 50-60% комплектующих изделий абсолютно разного назначения и применения приходится импортозамещать. Я хочу обратить ваше внимание на такой квалификационный штрих. Не сомневаясь, вы, наверное, знаете, что импортозамещение и импортозамена – это разные вещи. Когда говорят о замещении, подразумевая, что в нашем государстве, в Украине, будут созданы условия, конечно, государством, потому что это очень дорогие, дорогостоящие проекты, когда то, что производилось и закупается на Западе, должно быть разработано у нас отечественно и организовано такое производство. Если это даже не 100%, замещение, то хотя бы в большей степени. К сожалению, еще 5 лет назад, когда возникла такая проблема, бывший министр экономики по фамилии Корж, может, вы нынешние тоже будете в прессе встречать эту фамилию, собрал предложения всех КБ, которые и мы пополнили своим перечнем где-то из 5 примерно тысяч наименований, которые нужно было импортозаместить. На этом дело закончилось обсуждением и удивлением, что это большой том, но это вынужденная такая мера. Поэтому денег, как объявили, нет. И Антонов за заработанные деньги на перевозках и других реализациях своей продукции вкладывает постоянно в эти процессы, которых явно недостаточно, чтобы по времени и объему финансирования, чтобы оперативно и быстро это заместить. Поэтому у нас разработана программа постепенного замещения, а на самом деле под этим кроется замена одного поставщика импортного на другого, потому что иначе было бы дело плохо. В чем процесс этот? Обратите внимание внизу. Общий цикл вот такой, по одному изделию, может составить от месяца до года и более. А процессы у разработчика он должен разработать для нас или адаптировать имеющиеся для конкретных самолетов покупные комплектующие изделия, изготовить на стенде, сертифицировать и наладить производство. А мы по договору с ним точно так же сейчас, отвечая на мысленный вопрос, а чем занимаются КБ, разработчики, вот этим справа, это конструкторская документация. Просто пойти на рынок и купить, и поставить, это мы понимаем, что это абсурд, но такие сквозят некоторые, у некоторых экспертов тоже такие же предложения. На стенде отработать, доработать самолет опытный и так далее. И сертифицировать. Процессы сертификации, вы знаете, очень длительные и дорогостоящие. Ну, это мы можем пропустить. Какие самолеты? В первую очередь, конечно, АН-124. По какой причине? Потому что нормы ИКАО, других международных организаций, они уже ужесточаются.
выдвигаются новые и новые, и мы для того, чтобы эксплуатировать и, в общем-то, зарабатывать деньги, мы вынуждены во время совмещать доработки самолета вместе с формами обслуживания, которые у нас осуществляются. Вам, наверное, встречалось и такие названия, как АН-77 и АН-188. Конечно, скажу вам, что интерес к этим самолетам АН-188 проявляли Турция, Израиль в компании и Саудовская Аравия. Но умно подходят те, которые не на словах, а на деле начинают с чего? С создания ТЭО или бизнес-план для того, чтобы понять, это действительно проект имеет перспективу. Действительно, это будет стоить столько-то разработка и цены приемлемые для эксплуатантов и так далее. Так я вам скажу сразу, вот там мы пробежали по самолету АН-178. Была выполнена по рекомендации правительства Саксонии в Германии, с которой велись переговоры. Была нанята нами фирма, которая ими указана, естественно, германская, и провели работу, выдали прекрасное заключение, особенно области возможного перспективного применения этого самолета в разных странах и разных условиях эксплуатации, так это назовем. Точно такая же картина была с самолетом АН-132. Мы вот сейчас вернемся к нему. Саудовская Аравия. Хоть и ничего, в общем-то, не имея никакого опыта в самолетостроении, и имея огромные финансовые запасы, начала с того, что устроила тендер, выиграла испанская фирма и провели обстоятельное изучение в партнерстве с двумя американскими фирмами, анализ самолета АН-132. И скажу так по памяти, что в заключении, которые были подробнейшим образом описаны, потребность 132 машины только для ВВС разных стран, в первую очередь Персидского залива, составили 250 самолетов, но если написали какие условия, то это может быть доведено до 300 машин, только к военному назначению. Поэтому никто, естественно, мы не тратим деньги, а все время взвешиваем и оцениваем, где лучше их использовать, во что, на что направить. А на Западе даже те, которые этих денег там по нашему куру не клюют, то тоже самое. 188 между двумя. Си-17 и Си-130J. Это разные варианты применения на 47 тонн, 300 солдат, парашютистов и так далее, разные виды техники, которые... Семейство 1Х8, состоящее из трех моделей. И ниже показаны дальнейшие возможные частные варианты их применения. Представляет сейчас интерес. Для госпрограммы разработали предложения Украины, надеюсь, они будут приняты, но тем не менее хочу подчеркнуть, что Георгий Алексеевич обратил внимание, 10 лет нет государственной программы, это значит, мы не имеем возможности по законам Украины финансировать хотя бы частично из бюджета государства разработку, и все, что здесь есть, это все из заработанных денег, которые на перевозках, на инжиниринге и других видах услуг мы осуществляем, зарабатываем и вкладываем. Эта характеристика вам известна. По 178 я сказал, что положительное заключение немецких специалистов. Это вот его место. Ну, вы слышали также, что заключен контракт с Перу, ура!
на один самолет. Это действительно так. Однако, те, кто заказывает этот один самолет, имели в виду постепенную замену других аналогичных самолетов на 178-ю. Но если верить тому, что их намерениям, то это примерно 12 машин. В разные периоды они хотели бы еще купить. Дай бог, мы все успешно выполним, тогда и будут перспективы. Возможности транспортного самолета показаны, и все варианты различных видов перевозок, диаметры фюзеляжей, техники и так далее. 132-я машина создана была совместно и за деньги пополам Украины, Антонова и Саудовской Аравии. Действительно, Саудовская Аравия очень интересный партнер. Когда в 2013 году начали с ними работать, мне тоже довелось в это время побывать, то мы ехали с многими проектами, в основном АН-70, потому что нужно было искать заказчика серьезного, принц, который курировал это направление, организовал великолепный сбор потенциальных заказчиков, среди которых была еще и одна женщина. Вся, конечно, одета не по нашей моде, но тем не менее были крупные специалисты. И договорились, что вот вопросов было много, ответов много, был и летный состав, и нефтяники, в общем, максимально возможно. Договорились о чем? Что вот буквально там через месяц они нам дадут ответ. Прошел месяц и два, и три, через полгода они написали. Да, мы изучили, нас интересует АН-132. Спустя какое-то время, вот мы, ну, это неожиданность была. Спустя какое-то время проработка пошла, и еще одни встречи были после оценки, и у них интерес изменился в сторону АН-188. Но вот этот менталитет принятия решений через год, через два, ничем не обремененные вот какими-то обязательствами или нуждой, этот менталитет сохраняется до сих пор, и поэтому эти вот такие синусоиды наших отношений, не теряем мы оптимизма, но тем не менее это объективная реальность, что еще может быть что-то произойти. Положительно я имею в виду. Да, это направление беспилотника существует, построен, строит, заканчивается строительство опытного комплекта, но, увы, более 10 лет нет программы государственной. То есть государство не вынесло вердикт своего отношения, каким же типом самолета нужны, какие нужны для наших консолидированных заказов, для военных. Все это осуществляется для, пока на сегодняшний день для рынка, для коммерческих перевозок, с надеждой все-таки на то, что эти заказы в стране появятся. Летак Майбутнева. Конечно, нужно смотреть в будущее. И здесь представлены некоторые типовые характеристики, тенденции в развитии. И наш перспективный отдел занимается проработкой этих вариантов реализации. И, естественно, пути эти вот такие. Теперь я скажу, в общем, это уже не столь важно. Скажу несколько слов о проблемах, потому что сучасный стан, как у нас в заглавии, говорит, подразумевает еще эти проблемы. Я вам сказал, потеря рынка – это важнейшая проблема. И, естественно, неустанно работаем над тем, о поиске, где и когда, в каких условиях можно было еще применить наши самолеты или их модификации, новые разработки. Отсутствие финансирования. Мы 10 лет не имели ни копейки
от государства. Поэтому все заработанное вкладываем. Поэтому у нас и зарплаты не очень большие. Но тем не менее они растут. И надо сказать, что вот за все-все годы у нас не было задержки зарплаты. За все годы. Они были небольшие, но тем не менее, вот это стремление удержать и сохранить грамотных специалистов, это наше достояние, и стремимся это осуществлять успешно. Да, время идет, и то оснащение, которое было передовым при опытном и серийном производстве, износилось. И это еще одна наша забота для того, чтобы производить то, о чем Георгий Алексеевич сказал, в каких условиях, то нужно, конечно, вкладывать деньги еще в оснащение, вот, обновление. Но не только проблемами предприятия мы живем. Мы также заботимся о том, чтобы была все-таки создана национальная лизинговая компания с хорошей, высокой капитализацией, чтобы стимулировались наши заказчики, авиакомпании, различными льготами от государства. И поэтому вот в комплексе мы уверены, что то, что мы сохранили, то, что мы развиваем и чего будем добиваться и в дальнейшем, это будет реализовано. Поэтому спасибо за внимание. Есть ли какие вопросы? Скажите, пожалуйста, вот АМ 188, вы говорите, как я не смотрел на базе двигателя сейфа. Лип, да. Ну, это сейфа 56, она развитие. Почему вы ориентируетесь в перспективных машинах именно на американские двигатели, а не на запорожские? Нет аналога по отдельному потерянному. Да. К сожалению, характеристики, те, которые... Вот мы, я упомянул вскользь, что мы сделали предложение вместе с Ивченко «Прогресс» для госпрограммы, как образец, как ее разработать, и вот вперед все вместе, давайте разработаем ее в масштабе отрасли. Там предусмотрен новый двигатель, когда он будет, АИ-28, и точно так же, такие же проблемы не только у нас, финансовые, точно так же и большие проблемы при разработке очередного перспективного двигателя у Ивченко в прогрессе. И поэтому, как только будет соответствующий, не то что намеки, а уверенность в том получении характеристик необходимых, конечно, это лип, это лип. Пусть он будет на здоровье. Нам свои нужны, конечно. Почему я спрашиваю? Да, Пару-тройку миллиардов. Ну, а миллиардер. Я понял, спасибо. А вообще, я вам в итоге скажу, конечно, мне повезло, это само собой, я желаю, чтобы всем повезло, в той области, у которых у них какие-то, ну, каждый ощущает, к чему у него склонности есть. И чем раньше он это поймет, тем лучше. Но и повезло в том, что вот авиационная промышленность и выпускники, это я говорю на примере многообразия тех выпускников, с кем мне в течение там 40 более 45 лет, наверное, выпускными в основном ХАИ приходилось работать. Вот эти высокотехнологичные вузы в этой высокотехнологичной отрасли заставляют людей мыслить иначе, шире, масштабнее, на передовом техническом уровне. И это проявляется, где бы они, кто ни работал. Это, в общем-то, огромнейшее достояние. Я желаю, чтобы именно каждый впитывал получше вот те достижения, если он решил связать свою судьбу с авиацией. Но если он не решил или ощущает себя где-то в ином мире,
тот опыт мышления, он пригодится везде. Поэтому главное, будьте здоровы все и творите. Вот еще один штрих наследия Антонова – это именно быть ответственным и перед прошлым поколением, перед учителями и перед будущим. Поэтому с таким подходом, я надеюсь, все-таки мы победим. И вы. Спасибо.